Thank you.
могу уже сказать. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Мне безумно приятно быть на этой сцене в моем любимом клубе России и Москвы. В частности, с этими музыкантами играть для вас. Я их представлю с удовольствием. Это в первую очередь, конечно же, наша звезда Алекс Хатчинс из Бристоля, из Англии. Это мой старинный друг. С 2001 года мы учились вместе в училище. И Николай занял первое место в конкурсе пианистов в Монтрё в 2010 году. Это очень серьезно. Николай Сидоренко. Фантастический барабанщик, с которым я играл с Батером Шукеновым. Из Украины, из Киева. Максим Кондратенко. И на самом деле сейчас момент, который не особо относится к этому концерту, но мне просто будет очень приятно это сделать. В этом зале находится мой дражайший друг, любимый друг, фантастический гитарист. Я очень хочу, чтобы он вышел на сцену сейчас. Женя, пожалуйста, подойди. Будь добр. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Ситуация в том, что Женя впервые в России, в истории современной России и вообще России, занял первое место на конкурсе Херби Хэнкока в Вашингтоне в номинации «Гитара». Мне безумно приятно, дружище, что ты сегодня здесь с нами. Спасибо, дорогой. Спасибо. Мы продолжаем. Мы играем исключительно музыку Алекса. Все авторские композиции. Сейчас будет очень красивая баллада. В немножко более медленном темпе. Потом будет что-то быстрое, потом снова медленное. В общем, будет все меняться. Спасибо большое еще раз. Мы продолжаем. Спасибо. Thank you.
Привет, спасибо. Thank you very much for coming. It's a great honor to be here. It's lovely to be back in this club, even though it's in a new venue. And I think it's a very beautiful venue, and we're happy to be here. So we're just going to continue now. We're going to chill out for a moment, play something a bit more relaxed for you, and then we're going to rock it up again. So, you ready, guys? Thank you.
Thank you.
Спасибо. Thank you very much. Yeah, I think it's time to chill out again. So we'll play another ballady style one for a moment, just to give ourselves a rest and you. Here we go. Thank you.
All right. Thank you very much. So yeah, we got a couple more for you. This next one is a sort of a fusion-y vibe. Then we got a little fun bit of bluesy kind of stuff for you. So trying to make a lot of variation for you. So hopefully you can feel that. Okay, so Dreamland first. Here we go. Thank you.
Or something. All right. Yeah, so amazingly, I think we're pretty much coming to the end. Спасибо. Okay, perfect. All right, so we're gonna leave you with this last song. It's called Crush, and yeah, hope you enjoy it. Thank you.
Спасибо огромное. Алекс Хащенс, гитара. Николай Сидоренко, клавиши. Максим Кондратенко, барабаны. Спасибо. Антон Давидян. Бас-гитара. Человек, который все это затеял и придумал. Смотрите, что сейчас можно сделать. Вместо того, чтобы нам идти в гримерку и потом возвращаться, вы же наверняка попросите еще, правильно? Верно? Эти минуты можно потратить на что-то более полезное. То есть не будем их тратить и сыграем сразу последнюю композицию. Спасибо вам большое. Она называется «Москва», посвящена столице России, в которой мы сейчас находимся. Сочинена Алексом Хатчесом, естественно. Спасибо большое.
We'll be right back.